Саровская баскетбольная команда «Полет» существует уже около 7 лет. Игроки неоднократно выезжали на чемпионаты области, участвовали и в местных состязаниях. Команда всегда выходила в призеры открытого чемпионата города по баскетболу. Но в этот раз фортуна была не на стороне баскетболистов. «Полет» занял 4-ю строчку турнирной таблицы. Есть у нас тренировки 2 раза в неделю. Ходим, играем, тренируемся, броски тренируем. Где-то комбинации. Мы всегда были в призерах, но сегодня вот не удалось нам войти в тройку. Сами видели, была игра напряженная. Баскетбольную команду «Жемчужина» образовали молодые спортсмены в запасе. В этом году «Жемчужина» дебютировала на городском чемпионате, вышла в финал и поборолась за 3-е место. Игра за бронзу была нервная и напряженная, так как команды «Полета» и «Жемчужина» шли почти наравне. Разница в финальном счете была всего в 2 очка в пользу «Жемчужины». Настрой был боевой, у всех парней горели огни в глазах, скажем так. И был дружный коллектив, который способен обыграть любого соперника. Я вот сегодня это увидел. Эмоции сумасшедшие, я думаю, там сейчас раздевалка разносится. Еще учитывая, что сегодня день рождения баскетбола. 21 декабря это день рождения баскетбола. Вот поэтому там очень хочется уже команде. В открытом чемпионате города по баскетболу участвовали команды ВНИЕФ, предприятий и организаций Сарова. На паркет баскетболисты вышли в начале ноября. За это время прошло 43 игры. В финале за лидерство чемпионата столкнулись команды «Союз» и «Звезда». С самого первого тайма «Звезда» хорошо повела игру, вырвалась вперед и по итогу взяла золото чемпионата. А лучших игроков пригласили в сборную саровского баскетбольного клуба «Атом». Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.